Задумывались ли вы, что ваши волосы это не только элемент красоты, но и носители вашей энергии и внутреннего состояния? Почему мы так часто меняем прически в моменты кризиса или важнейший перемен в жизни? В этом видео вы узнаете, какие народные приметы связаны с уходом за волосами и что вам нужно делать обязательно с выпавшими прядями, чтобы сохранить свое здоровье, изобилие, благополучие. Остаток и как радикальная смена прически может стать отражением вашего внутреннего мира. Досмотрите до конца, и вы откроете для себя удивительную силу своих волос, способную защитить вас и принести гармонию в вашу жизнь. Волосы всегда считались важной частью человеческой сущности. Они символизируют жизненную силу, энергию, связь с природой. Многие народы наделяли волосы сакральным значением, и с ними было связано множество народных примет и обычаев. Особенно важными были правила, касающиеся выпавших волос, ведь считается, что неправильное обращение с ними может привести к потере здоровья и жизненных сил. Помните о том, что выпавшие волосы с давних времен нашими предками считались не просто биологической частью тела, как многие думают, а носителями важной энергии, связанной с жизненной силой человека. В народных верованиях волосы являются своеобразным символом душевной и физической крепости, а их утрата не просто физиологическим процессом, а событием с глубоким магическим подтекстом. Выпадение волос воспринималось как утечка жизненной энергии, и по этой причине важно было соблюдать строгие правила обращения с выпавшими волосами, чтобы избежать негативных последствий. Люди верили, что с каждым выпавшим волосом человек теряет частичку своей энергии и силы. Это касалось не только самой утраты волос, но и того, что случится с ними дальше. Выпавшие волосы нельзя было просто так выбрасывать или оставлять на видном месте. Это могло навлечь беду или болезнь. Считалось, что если не позаботиться о своих волосах должным образом, можно потерять не только жизненные силы, но и здоровье, удачу, а в некоторых случаях даже столкнуться с порчей. Одной из самых опасных ситуаций считалось, если выпавшие волосы оказывались в руках постороннего человека. В древности верили, что волосы обладают сильной энергетической связью с их хозяином. Если они попадут в чужие руки, то могут быть использованы для наведения порчи или сглаза. Волосы, как и любые другие биологические материалы человека, кровь, ногти, часто применялись в магических ритуалах. Неправильное обращение с ними может привести к тому, что человек начинает болеть, терять силы или попадать в полосу неудач. В старину говорили... Если кто-то завладеет твоими волосами, он может управлять твоей судьбой, вмешиваться в твои дела и даже повлиять на твое будущее. Волосы символизировали не только физическую связь с телом, но и глубокую духовную и энергетическую связь с миром. Они, подобно антеннам, поглощали и передавали информацию, взаимодействовали с окружающей средой и людьми. Именно по этой причине они требовали внимательного отношения. Когда волосы выпадали, их нельзя было оставлять на улице или выбрасывать в мусор. Это могло привести к тому, что негативные силы окружающего мира, которые постоянно ищут уязвимые места проникнут в жизнь человека. Особенно избегали бросать волосы на ветер или оставлять их под открытым небом. Считалось, что так они попадут под власть злых духов, которые способны вызвать болезни и неудачи. Кроме того, волосы не следовало сжигать или разрушать, если они не были специально предназначены для очистительного ритуала. В повседневной жизни сжигать волосы без подготовки означало уничтожить свою жизненную энергию, лишиться защиты, которую они могли обеспечивать. Сжигать волосы полагалось только в специальных случаях, когда это делалось с определенной целью и в сопровождении защитных молитв и обрядов. Да, кроме того, в некоторых культурах было принято хранить свои волосы после стрижки или выпадения. Например, волосы можно было завязать в особый мешочек и спрятать в укромном месте, чтобы никто не смог использовать их во вред. Такой мешочек носили с собой как оберег или прятали дома, где никто из посторонних не мог его найти. Это защищало человека от возможного воздействия через волосы и помогало сохранить его энергию в безопасности. Если волосы выпадали во время болезни, их обязательно собирали и прятали, чтобы не допустить ухудшения состояния. Считалось, что такие волосы несут на себе следы болезни, и их нужно особенно тщательно охранять, чтобы никто не мог их использовать для негативных целей. Те, кто практиковал целительство, часто использовали волосы больных для диагностики их состояния или для создания защитных оберегов, которые могли помочь в выздоровлении. Важным было также место, где волосы выпадали. Например, если волосы выпадали в бане, их следовало аккуратно собрать и сжечь, поскольку баня считалась местом очищения, где накопившиеся негативные энергии выходили наружу. Если волосы оставались в бане, это могло привлечь обратно очищенные негативные силы. Выпавшие волосы в поле или в лесу могли стать добычей духов природы или быть подобраны животными, что также считалось плохим предзнаменованием. Народные приметы, связанные с уходом, и с уходом за выпавшими волосами, берут начало в глубокой древности, когда люди верили, что каждый волос содержит в себе часть жизненной энергии человека. Поскольку волосы долго остаются неизменными даже после их выпадения, они могли сохранять и передавать энергетическую информацию о своем владельце. Поэтому в народных традициях было крайне важно правильно обращаться с выпавшими волосами, чтобы не нарушить энергетический баланс и не привлечь беду. Сжигание выпавших волос считалось самым надежным способом защитить себя от зла. Огонь в древних культурах всегда символизировал очищение и трансформацию. Он уничтожал все лишнее и негативное, позволяя человеку освободиться от вредоносных энергий. Сжигать волосы значило не просто избавляться от них, а очищать их от возможных негативных воздействий и предотвращать использование этих волос для наведения порчи. Если недоброжелатель завладеет вашими волосами, он сможет влиять на вас, наводить болезни или даже сглазить. Огонь как стихия очищения устраняла этот риск, превращая волосы в пепел и освобождая тем самым человека от любых угроз. Еще одной важной традицией было закапывание волос в землю. Земля всегда считалась символом стабильности, защиты и обновления. Волосы, как часть природы, возвращались в землю, тем самым замыкая цикл и укрепляя связь человека с природой. Закапывание волос в земле символизировало процесс восстановления и защиты, позволяя волосам раствориться в окружающей среде, где они больше не могли быть использованы во зло. В некоторых культурах закапывание волос даже ассоциировалось с ростом и процветанием, особенно если волосы помещались в сад или на поле, где они могли символически дать начало новому росту. Это означало, что человек не просто избавляется от волос, но и получает защиту от земли, которая как бы берет на себя заботу о его энергетическом состоянии. Одна из самых сильных народных примет касалась того, что нельзя оставлять волосы на виду, особенно на таких открытых местах, как порог дома, дороги или людные места. Выпавшие волосы, оставленные без присмотра, могут стать легкой добычей для завистников или тех, кто желает причинить вред. В старину люди верили, что через волосы можно навредить человеку, если знать, как использовать их в магических обрядах. Именно поэтому волосы тщательно собирали и прятали до тех пор, пока не находилась возможность их уничтожить или обезопасить. Считается, что волосы, оставленные на улице, могут привлечь болезни, несчастье и даже порчу. Это особенно касалось волос, найденных на пороге дома, что могло символизировать, что в дом могут прийти неудачи. Помимо этого, волосы наши предки не выбрасывали никогда в мусор, особенно если это происходило на пересечении дорог или вблизи водоемов. Водные стихии могли унести энергию волос, делая их доступными для негативных воздействий. Поэтому старые волосы не должны были находиться в местах, где их могла бы забрать вода или ветер. Некоторые даже на народные верования утверждают, что если ветер поднимает волосы, это может привести к разбросу энергии, вызывая у человека рассеянность, потери и эмоциональную нестабильность. Многие люди старались избегать стрижки волос в определенные дни, связанные с неблагоприятными лунными фазами или важными, например, религиозными праздниками. Стрижка волос во время убывающей луны может привести к ослаблению здоровья и жизненных сил. Поэтому для ухода за волосами наши предки старались выбирать исключительно благоприятные дни, чтобы не нарушить энергетический баланс и не вызывать ухудшение здоровья существует и другая народная примета, согласно которой волосы нельзя было разбрасывать или оставлять на полу. Особенно это касалось молодых девушек, чьи волосы были связаны с их будущим счастьем и удачей. Считалось, что если девушка не будет аккуратно собирать свои выпавшие волосы, она может потерять свою привлекательность и удачу в браке. Это касалось не только выпадения волос, но и их расчесывания. Волосы всегда собирали в один пучок и либо сжигали, либо закапывали чтобы не допустить утечек энергии и не вызвать негативных последствий. Волосы ⁇ это проводник энергии, выбрасывать их в воду, будь то река, ручей или даже канализация, считалось в народных верованиях крайне неудачным поступком. Люди знали, что вода может унести не только сами волосы, но и часть вашей жизненной силы, энергии, удачи и здоровья. Такое действие могло привести к тому, что человек станет более уязвимым к болезням или потере благополучия. Выбрасывать волосы в воду также считалось опасным с точки зрения магических ритуалов. Вода ⁇ это стихия, которая легко переносит информацию на большие расстояния, и волосы, попавшие в нее, могли быть использованы кем-то для злых целей. По этой причине всегда избегали оставлять волосы наши предки вблизи водоемов или выбрасывать их в реки, чтобы предотвратить любую возможность утечки энергии и защитить себя от возможного воздействия извне. Этот страх был связан с тем, что вода символизировала бесконечное движение. Вместе с ней энергия человека могла утекать в неизведанные пространства, лишая его силы и защиты. Если у вас нет возможности сразу избавиться от выпавших волос через сжигание или закапывание в землю, то хранение их в укромном месте до проведения ритуала считалось важным шагом. Хранение волос в специальном мешочке или в коробочке защищает их от случайного попадания в чужие руки. Волосы никогда не оставляли на виду, особенно в доме или на улице, так как их могли заметить и уже использовать для недобрых намерений. Эти укромные места для хранения волос также символизировали защиту жизненной силы, не позволяя энергии распыляться или утекать до того, как человек выполнит ритуал очищения. Волосы всегда считались очень личной частью человека, поэтому было важно избегать того, чтобы кто-то чужой касался их. Когда кто-то трогал ваши волосы без разрешения, это воспринималось как проникновение в ваше энергетическое пространство. Считала, что вместе с прикосновением чужой человек мог передать свою негативную энергию, даже если он сам этого не осознавал. Особенно это касалось посторонних людей, например, в парикмахерской. Волосы аккуратно собирали после стрижки и не оставляли их просто так. Без ведома владельца волосы могли быть использованы для сглаза или порчи, что делало защиту от чужих прикосновений важной частью повседневной жизни. Одной из самых категоричных примеров был запрет выбрасывать волосы в мусор. Мусор ⁇ это символ разложения, упадка и негатива выбрасывание волос в мусорное ведро или на свалку воспринимается как лишение себя удачи и благополучия. Волосы, выброшенные в такие места, могут притянуть болезни и неудачи. Весь мусор сам по себе ассоциировался с упадком и распадом. Это не только лишало волосы их позитивной энергии, но и могло привести к ухудшению здоровья и общего состояния человека. Вместо того, чтобы выбрасывать волосы в мусор, люди всегда старались найти время для правильного ритуала очищения. Сжигали или закапывали их, что символизировало завершение энергетического цикла и защиту от любых негативных последствий. Волосы, будучи частью внешности, играют важную роль в том, что человек, как человек воспринимает себя и как его воспринимают другие. Мы можем неосознанно через волосы выражать свое настроение, желание, уверенность или наоборот внутреннюю неуверенность. Для многих людей волосы – это способ самовыражения, а их состояние или внешний вид может отражать личные изменения. Когда человек решается на радикальную смену прическу или кардинальное изменение длины волос, это редко является просто эстетическим решением. Это зачастую связано с психологическим состоянием и внутренними переменами, которые требуют внешнего проявления. Волосы становятся символом контроля над своей жизнью, способом переписать свою историю, начать все с чистого листа. Многие люди отмечают, что решение сделать кардинальную стрижку или изменить цвет волос приходит в моменты жизненных кризисов или важных перемен кроме того, даже психологи говорят нам о том, что изменения во внешности помогают человеку принять перемены на внутреннем уровне, справиться с эмоциональной болью или ощущением потери контроля. Часто люди, которые пережили какие-то кризисные моменты, например, такие как расставание с партнером, потеря работы, изменение социального статуса или переезд, выбирают радикальные изменения прически как способ адаптации к новым условиям. Они словно отрезают прошлое символизируя этим готовность двигаться вперед и оставить болезненные переживания позади изменение прически становится и своеобразным ритуалом очищения и перерождения стрижка волос может быть символом избавления от негативной энергии или накопившихся эмоций для многих этот способ контролировать хотя бы один аспект своей жизни когда все остальное кажется неопределенным или нестабильным Наши волосы, как и наша кожа или глаза, могут отражать эмоциональное состояние. Например, во время стресса волосы могут стать более ломкими, потерять блеск и начать выпадать. Это происходит на уровне физиологии, когда гормональные изменения под воздействием стресса влияют на здоровье волос. Однако с точки зрения психологии ухудшение состояния волос может быть индикатором того, что человек испытывает внутренние проблемы, тревогу или депрессию. И напротив, ухоженные и здоровые волосы могут говорить о внутреннем спокойствии и гармонии. Когда человек находится в хорошем эмоциональном состоянии, его желание заботиться о своей внешности, включая волосы, возрастает. Волосы становятся отражением внутреннего здоровья и благополучия. Трость стрижка во все времена ассоциировалась с духовной трансформацией. Отрезание э, волос это говорит нам о том, что человек хочет что-то изменить в своей жизни. Ну, например, многие женщины после развода или окончания долгих отношений решаются на короткую стрижку, что символизирует их желание начать новую жизнь, освободиться от груза прошлого и стать более независимыми. Мужчины также могут изменять стиль прически, когда хотят подчеркнуть новую роль или статус в жизни например при смене карьеры или каком-то важном жизненном этапе длина волос также имеет значение длинные волосы ассоциируются с женственностью силой и защитой кроме того в длинных волосах заключена жизненная сила в человеке например в истории о самсоне из библии его сила находилась именно в волосах и когда его волосы были отрезаны он утратил свою мощь Короткие волосы, напротив, могут символизировать решительность, активность и свободу. В период социальных изменений и эмпансипации многие женщины выбирали короткие стрижки как знак независимости и освобождения от патриархальных стереотипов. Например, в начале 20 века, в период движения судрожисток, короткие волосы стали символом женской свободы и равенства. Сегодня люди могут менять длину волос, чтобы выразить свои текущие состояния и стремления. Короткие волосы могут символизировать желание быть более динамичным, смелым и сосредоточенным на достижениях, в то время как длинные волосы означают стремление к защите, заботе о себе и сохранению стабильности цвет волос также играет важную роль в самовосприятии и восприятии окружающими. Изменение цвета волос может быть сигналом для мира о том, что человек готов к переменам или хочет подчеркнуть свою индивидуальность. Резкая смена цвета волос, например, перекрашивание в яркий или какой-то непривычный оттенок, может говорить о желании выйти за привычные рамки, быть замеченным или даже бросить вызов общественным нормам. Многие люди выбирают необычные цвета волос, такие как фиолетовый, розовый или синий, чтобы выразить свою креативность и бунтарство. С другой стороны, возвращение к естественному цвету волос означает принятие себя, своей природы и стремление к внутреннему миру. Часто люди, пережившие кризис или долгое время находившиеся в поисках себя, решают вернуться к своему естественному цвету волос как символу подлинности и искренности. Изменение прически ⁇ это способ проявить внутренние изменения во внешнем мире. Когда человек меняет что-то в себе, ему часто нужно ощутить это изменение на физическом уровне. Волосы в таком случае становятся тем материалом, который легче всего изменить моменты, когда человек чувствует себя застрявшим в своей жизни или не видит выхода из сложной ситуации, именно изменение внешности, включая прическу, становится вон тем первым шагом к тому, чтобы взять ситуацию под контроль. Это акт своего рода декларация мира и самому себе. Я готова меняться, и я уже начала.